Зрители еще задолго до открытия стали собираться в фойе Дома культуры «Сибирь». Организаторы фестиваля постарались по-особенному украсить помещение. На стендах ретроспектива «Золотой ленты». Тут же небольшой импровизированный концерт. Я люблю всех артистов, потому что это наши звезды. Вот. И при виде их они несут нам позитив, новшества. Татьяна Добрева. Очень хочется увидеть любимая моя артистка. И хочу посмотреть, что она скажет нам интересного, нового. Если честно, то я хотела бы просто побывать первый раз на «Золотой ленте». Никогда не удавалось попадать, хотя галмчанин давно. Ежегодно поддержку фестивалю оказывает генеральный партнер кинофорума «Общество Лукойл Западная Сибирь». Причем нефтяники не перестают удивлять. Ну, может, не через год, но, наверное, через два года мы с вами встретимся уже в здании филиала Малого театра, да? Бывшее здание Янтаря, откуда наш фестиваль начинал свою работу. В течение 10 дней, а именно столько продлится фестиваль, зрители ждут премьеры кино, ретро-показы, пресс-конференции и творческие встречи с артистами. 15-й фестиваль отечественного кино «Золотая лента» объявляется открытым! Незыблемые традиции на фестивале отмечают и награждают зрителей. Номинаций множество. Киноплощадка года, конкурс рисунков «Любимые герои Союз мультфильма», киноэрудит, киноэнтузиаст. Красиво показано. О! Еще раз покажи, как ты это сделала. Хорошо. Концертную программу открытия представляют звезды отечественного кино. Наталья Варлей, Татьяна Догилева, Юрий Чернов, Всеволод Шиловский, Сергей Маховиков, Валерия Ланская и Тимофей Федоров. Цель не оправдывает средства, ему отцовское наследство, а ей пожизненная крепость. Белогривые лошадки. Васька! Погоренище шкур! И японцы на метр над землей. Вот это я ловил кайф. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Каждое выступление зрители встречали бурными аплодисментами. И это только начало. Сергей Ефимцев, Дмитрий Самбур, Михаил Суханов, Евгений Скляров специально для новостей.